Приветствую всех на своем канале. Значит, имеется такой цилиндр, английский профиль ключа. Цилиндр мне достался с Эстонии, передал человек. Огромное спасибо. И интересно открыть этот цилиндр, посмотреть, какие здесь пины. Если что-то стоящее будет, я оставлю этот цилиндр для обучения. Если же ничего стоящего, то просто отправим его в утиль. Ну и пины с пружинками я отправлю приятелю. Он у меня коллекционирует для различных изделий пружинки и пины. Так, открывать я буду его с помощью натяжка. Вот такой вот. Да, нормально. И буду открывать его клюшечкой. Вот такая клюшка. В общем, откроем последний цилиндр. И, наверное, на сегодня все. Так, поехали дальше. И мы видим вскрытие этого цилиндра. Давайте я его также открою в другую сторону, делаем полный оборот. Аналогично установим в нижнюю часть плага натяжок. Возьмем ту же самую клюшку, раз она уже полностью открыла все. Так. И видим повторное вскрытие этого замка. Давайте сейчас также разберем, вытрусим пины, посмотрим, с чего он сконструирован. Ну, только что я открывал цилиндр, я еще не собрал его, но соберу обязательно после этого вскрытия. На сегодня это будет, наверное, последний цилиндр. Так, возьмем клюшку и возьмем вот эту штуку. Оп.
И мы видим здесь ничего такого сверхъестественного по пенам нет. Обычные пены. Давайте сейчас вытрушу сразу кейпины. Кейпины также лысые. Проточек в плаге нет. Ну и пружинки мы также оставим. Они нам, я думаю, еще пригодятся. И здесь мы видим тоже никаких проточек нет. Значит, строение цилиндра, ну, я думаю, здесь особо смотреть не на что. Ну, мало ли, вдруг кому-то интересны такие коротенькие цилиндры, коротыши. Допустим, я не разбирал их ни разу, только открывал. И для меня сейчас это, все эти разборки, это очень интересно. Научиться бы еще. Вот руки пробиваю постоянно. Ребята говорят, что смотрят, как я разбираю цилиндры, и сердце кровью обливается. Так. В общем, как все сконструировано. Вот такой вот вороток. В этот вороток входит вот такой вот переходничок. Этот переходничок входит в плах цилиндра. И когда вот так это все происходит, и когда цилиндр, ну, пины освобождаются, все, плах цилиндра свободен, он начинает вращаться и, соответственно, вращает с собой этот вороток. Здесь стоит с другой стороны вот такая вот заглушка. Я, кстати, сам впервые его разбираю. Вот такая вот заглушка. Надеюсь, правильно или нет, неправильно. Вот так вот. Вот так это все стоит, упертое в этот вороток. Вот. И здесь топорное кольцо, которое мы только что сняли. Вот такая конструкция этого замочка. Все просто, но сделано толково. Давайте теперь посмотрим на пины. Это пины с прошлой разборки. Так, а это пины этого цилиндра. То есть, как мы видим, кей-пины все лысые, ничего нет на них. И обычные пины, ну, второй ряд пинов также лысые, никаких проточек на них нет. В общем, такое видео, надеюсь, оно было полезно кому-то. Вот, подписываемся на канал. Если какие-то вопросы остаются, задаем в комментариях. Всего хорошего.